Ржевско-Сычевская операция 30 июля 1 октября 1942 года. Я убит под Ржевом в безымянном болоте, 5-й роте на левом при жестоком налете. Поэт Твардовский, написавший эти стихи уже после войны, продолжает: «Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец». Ржевско-Сычевская операция, которую чаще называют первой Ржевско-Сычевской операцией 1942 года, имела исключительное значение как для наших войск, так и для немцев. Задача, которую мы ставили перед своими войсками, была следующей – срезать верхний выступ Ржевско-Вяземского выступа, уничтожить 9-ю немецкую армию и тем самым создать условия для наступления на центральном направлении. Но все-таки главной задачей было то, чтобы, наступая, мы не дали немцам перебросить их резервы из центра на юг, под Сталинград, связать немецкие войска, сковать их, не дать возможности развернуться им в наступлении на Кавказ и на Сталинград. Эта задача выпала войскам Западного фронта генерала армии Жукова, войскам Калининского фронта генерала Конева. Против них оборонялась, прежде всего, группа армий «Центр» под командующим фон Клюге, фельдмаршала фон Клюге, и 9-й армии Моделя, тот генерал, который еще в ходе Московской битвы, командуя 9-й армией, сумел остановить наше наступление. Было лето, хорошее время для того, чтобы можно было здесь развернуть танковые войска, и танков у нас было достаточно, причем и новых, и танков, поставленных по ленд-лизу, более 1700 танков. Превышали мы немцев значительно в этом отношении. По авиации было примерное равенство, но наши самолеты, к сожалению, часто выходили из строя. И вот когда началось наступление 30 июля, первым открыли боевые действия войска Калининского фронта, пошли сплошные сильные дожди, проливные. Дороги превратились в месиво, надо было продвигать артиллерию, надо было продвигать танки. Многие из них застревали в болоте, просто на дороге. Были строжайшие приказы, обвиняющие танкистов в невыполнении задач дня. Но тем не менее, мы все-таки прогрызали эту немецкую оборону, хотя средний темп наступления был всего 1-2 километра в сутки. Мы вышли на ближние подступы к Зубцову, по горелому городищу Карманово. И вот здесь у Карманова разыгралось крупнейшее танковое сражение 1942 года. С нашей стороны 800, с немецкой 700 танков. Всего 1500 танков, и это за год до знаменитого Прохоровского сражения на Курской дуге. К сожалению, нам не удалось здесь перебороть немцев, и мы потеряли значительное количество бронированных машин. Тем не менее, немцы вынуждены были отступать, и удар 20-й армии Жукова, где были введены наши резервы, достиг своей цели. Мы продвинулись на фронте, широком фронте, до 20-25 километров, взяли Карманово, взяли Погорелое городище, взяли Зубцов. А вот Ржев взять не удалось. Мы ворвались в северные и северо-восточные окраины этого города, завязались уличные бои. Но что это за бои? Ведь Эренбург писал, который был тогда на фронте, наш знаменитый писатель, то, что на карте были кварталы, но на самом деле они уже не существовали. Бои шли в развалинах. Немцы нанесли контрудар в районе Ржева, мы были вынуждены отступить. И за нами оставалась плоть в следующее время только северные окраины города. Нам не удалось решить главную задачу – уничтожение 9-й армии. Но задачи сковывания немецких войск в этой операции были успешно решены. 12 немецких дивизий, которые намечались в переброске из группы армий «Центр» на юг, были оставлены на своем месте. И только благодаря этим резервам, как отмечало само немецкое командование, им удалось приостановить наше наступление. Наши потери были велики. Почти 200 тысяч солдат,
общие потери: убиты, ранены, пропавшие без вести. Ну и немцы здесь потеряли более 50 тысяч человек. И вот эти потери вместе с операцией «Марс», которая проводилась уже в ноябре-декабре 1942 года, они, конечно, сказались на будущем. Немцы не могли теперь организовать взаимодействие с другими группировками на центральном направлении, чтобы наступать на Москву. Есть мнение и среди историков, что благодаря Ржевско-Сычевской операции сорвалось немецкое наступление на север, на Демянск. Вместе с группой армий «Север» здесь они хотели окружить наши войска Калининского и Северо-Западного фронтов. Таким образом, мы видим, что несмотря на то, что наступление полностью не увенчалось успехом, несмотря на то, что были большие потери, задача главная, основная, все-таки была выполнена. Немцы продолжали вот эту знаменитую свою крысиную войну и не смогли продвинуться на Москву. Немецкие дивизии были скованы на центральном направлении. В сентябре месяце в Москву приехал личный представитель Рузвельта, один из руководителей республиканской партии Уилки. Он встречался со Сталиным, а потом был на фронте нашей 30-й армии, где встречался с генералом Люляшенко, и он тоже, конечно, с восхищением отзывался о подвиге наших бойцов. Он видел, как мы сражаемся, и, конечно, передал президенту, что, безусловно, второй фронт необходимо открывать как можно скорее. Но беда была в том, что союзники не собирались тогда открывать второй фронт. Ни в 1942, ни в 1943 году, как ранее было обещано, западные союзники не помогли нам своим вторжением в Европу. И это, конечно, сказывалось на результатах наших операций, в том числе на нашем наступлении в районе Ржева в 1942 году. Союзники открыли фронт только в июне 1944 года.